И молодежный летний сток маркета Ранова. Это L-ка у нас. Указан размер. Размеры небольшие. Лоты, кстати, тоже маленькие, примерно по 6 килограмм, по-моему. Так, джинсы, но, к сожалению, размер здесь не указан, но похоже на 44-46. То есть, как максимум здесь 46, как минимум 44, мне кажется. S-ка. Это шорты маркета Ранова, маленького размера. Далее тоже S-ка. Ну, размеры здесь будут маленькие. Вот XS-ка, например, есть. То есть 50-х, 52-х, 54-х здесь не будет. S-ка. Уже марка Перанова. Тут вот написано L, но это, я думаю, наверное, максимум 48-й, скорее всего, будет. Так, еще одна футболка размера L. Здесь у нас маечка маленького размера S-ка. И футболка еще одна S-ка. Марка Перанова. Так, размер XS здесь указан. Это бриджи. Так, и маечка. Вот, S-ка. Я же говорил, да, размеры маленькие. Так, L-ка. Это платье. Но опять-таки L-ка это, ну, максимум 48 здесь. M-ка. И S-ка. Вот такой вот лот. Terranova Ladies Mix. Маленькие лоты, летние, женские. XS. И здесь у нас размер указан L. Так, футболка, вот футболок много, размер M указан здесь, средняя, но я думаю 44-46 примерно. Так, S-ка, размер маленький, здесь M-ка, среднего размера футболочка, M-ка, тоже вот еще одна футболка среднего размера, ну где-то 44-46, то есть максимально, наверное, 48 будет размер, минимально это XS-ки. Так, S-ка была, и здесь у нас M-ка, маечка среднего размера, S-ка, еще одна футболка, так, S-ка, далее L-ка, и здесь у нас размер указан S, то есть маленького размера футболка, XS-ка, маечка. S-ка. Ну, я думаю, по размерам вы поняли, да, размеры не очень большие здесь. XS. M-ка. Вот такая же рубашка без рукавов, но на размер побольше. S-ка. 2XS. Здесь у нас вот тонкий летний джемпер маленького размера. S-ка. S-ка. Так. Шорты марки Terranova размера S. S-ка тоже. M-ка. Вот эта футболка. Примерно 44-46. Так, вот вообще XL. Ну, тут, наверное, есть как раз 50-й размер, если не 52-й. Это вот пока самый большой размер, то есть XL-ек больше не было. Одна только XL-ка. S-ка. Здесь у нас L-ка. Это летние штаны, но, честно говоря, на L-ку не очень похожи. Это, скорее всего, S-ка. Фактически, имею в виду. Так, джинсы. Еще вот пара вещей буквально осталось. Платье маленького размера XS. Одно такое платье, по-моему, уже было, да, мы с вами видели. S-ка, футболка. Ну и, наконец, последняя вещь из этого лота. Это еще одно платье. Размер указан L. Примерно 48 размера получается данное платье. И на этом все.